Un reportaj absolut extraordinar pe care aceiași colegi de la Europa Liberă Moldova l-au realizat. E de-a dreptul emoționant. De ce spun lucrul acesta? Pentru că au descoperit o persoană în vârstă de 98 de ani care vrea să se înroleze, să lupte împotriva invadatorilor ruși. E vorba de o femeie. Femeia de 98 de ani este veteran al celui de-al doilea război mondial. La 17 ani a mers cu armata sovietică la vremea respectivă până la Berlin. Și numele ei este trecut undeva pe poarta Brandenburg. Acele au fost vremurile. Această femeie cu un trecut absolut eroic vrea astăzi să se înroleze și să lupte împotriva invadatorilor ruși, despre care spune că sunt mai răi decât naziștii lui Hitler. Priviți acest documentar emoționant. Так я позвонила в военкомат и говорю: «Вы записываете, говорю, женщин на фронт?» «Да». Я говорю: «Ну, запишите меня». И говорю: «Я ворошиловский стрелок». «А сколько вам лет?» Я говорю: «В декабре будет 99». Я почетный ветеран Украины, в 10-м поколении венечанка, и мои внуки, правнуки, все венечане. У меня два ранения, контузия. Ну, просто как-то меня охраняло что-то. У нас война была совсем иная. Тогда мы воевали с фашизмом, мы знали, что это наши враги, а это соседи вместе ели с одного котелка, вместе дошли до Берлина. Мы думали, что мы ветераны, последние на планете, что больше не будет. А сейчас опять появились новые ветераны. Вы говорите, мы знали, что мы боремся с фашизмом. Да. Ну, из риторики российского правительства они тоже сейчас борются с нацизмом в Украине. На словах. А сами пришли, брата убивают своего. Так мало того, что вы убиваете, это война. Так вы же уничтожаете наши города, наших людей, наших детей. Так это что, не фашисты они? Они хуже фашистов. Фашисты – это были наши враги. У нас разные идеологии были. У нас совсем другие были, другое воспитание. У нас все другое. А это кто? Это же вы же братья были наши. Там же половина украинцев живет в России. Тут же русские живут, которые… Как же так? Нет, это хуже, чем фашисты. И вот когда Путин напал, я выступала тут, 7-я гимназия, ну, а я по три, в день по три выступления. И мне говорят: ну как вы относитесь к Путину? Я говорю: ну как можно относиться к человеку больному, который, говорю, убивает наших ребят? Как можно относиться? Хотела сказать: Бог ему судья, говорю, царство ему небесное. Отец у меня воевал в гражданскую, в отечественную. Я, брат, воевали в нашу отечественную, Вторую мировую. Мои дети, ну это не именно мои дети, но я имею в виду, мои дети в Афгане. Мои внуки теперь. Так хоть бы правнуки, я мечтаю, чтобы правнуки жили в мире, и чтобы не знали, что такое война.